Тем временем стало известно, что ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путиным в Финляндии решил провести отпуск в России. 70-летний мэтр журналистики подчеркнул, что почти не колебался. Вместе с супругой он отправился в Москву и Санкт-Петербург. На улицах его узнавали, но никакого беспокойства это не доставило, так же, как и не было никаких неприятностей. Крис Уоллес рассказал, что добивался интервью с российским лидером несколько месяцев. Оно прошло в посольстве России в Хельсинки после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.